практически каждый человек при волнении немножко больше потеет. Все зависит от степени этого нарастания потоотделения и где оно проявляется. Если это проявляется массивным потоотделением ладоней, то, конечно же, это мешает жить, и это ладонный гипергидроз. Если небольшое потоотделение подмышечных зон, ну, это слишком естественный процесс, чтобы называть это болезнью или патологическим состоянием. Хочу отметить, что главным критерием наличия проблемы – это отношение пациента к избыточному потоотделению. Если это мешает, если это приводит к дополнительному стрессу и дискомфорту, то этим надо заниматься, это нужно устранять. Как правило, пациентам это не безразлично, и мы с радостью им помогаем.